«Братец Иоанн, ради Господа, помолитесь о моей душевно больной дочери». «Дорогой брат, помолись, чтобы Господь наших враг успокоил. Не дают нам жить». «Благодарю тебя, дорогой брат. По твоим молитвам Господь являет милость свою. Помолись, братец, чтобы возлюбить Слово Божие дороже всего на свете». «Дорогой братец, вступаем в законный брак. Помолитесь, чтобы Господь помог сохранить заповеди». Сотни и сотни писем и записочек с просьбами и благодарностью были обращены братцу Иоанну, самарскому крестьянину Ивану Алексеевичу Чурикову, подвижнику благочестия XX века, создавшему общество трезвости, которое и сегодня, спустя столетия, продолжает действовать при храме Федоровской иконы Божией Матери. И как и 100 лет назад, здесь сегодня избавляются люди от страшного недуга пьянства, приходят к вере, встают на путь спасения. Вопрос о трезвости – это вопрос номер один сегодня. Потому что пьянство, наркомания – это вообще действительно камень преткновения у нас в России сегодня. И я не знаю, вот, как говорить об этом, потому что очень-очень много людей обращаются с вопросами, а что делать, как быть, куда деваться, куда пойти, чтобы избавиться от этого греха. Что касается нашей общины, трезвости, она действительно существует уже около 120 лет, в этом году будет 120 лет ей. Не нами это заведено, не нами это открыто. Мы только те, кто является продолжателями этого дела, трезвости на Руси. И мы не боремся против пьянства, мы боремся за трезвость. От вина вся беда. В вине человек веру и разум, и стыд, и совесть, и здоровье, и свое благополучие, и свое спасение губит. Из слова братца Иоанна Чурикова. Жизнь самарского крестьянина Ивана Алексеевича Чурикова складывалась, как у всех, пока одна тяжелее другой не последовали семейные и житейские скорби, череду которых он воспринял как Божие наказание за грехи и призыв к покаянию и подвигу. С этого времени он стал воспринимать Евангелие как глаз Божий и прямое руководство к действию. «Мы, грешники, должны нести скорби за свои земные наслаждения. И когда человек всякое горе испытывает, тогда и веру узнает не на словах только, а на делах. Все отцы наши побеждали страданием и поношением. И если вы верующие во Христа, возьмите животворящий крест Его и за Ним идите страдать, так же, как и Он страдал. Вот и победа во Христе». Он с детства жил в семье верующих людей, и он с детства привык читать Евангелие. И вот это Евангелие, чтение Евангелия настолько просветило его разум, сердце, он не мог это в себе держать. Он приехал сюда, в Петербург, среди людей бедствующих, и проститутки были, и бандиты были, и пьяницы были. Он стал раскрывать Евангелие и читать. И люди слушали его, а потом за ним одна группа увязалась, вторая группа увязалась. И они пошли в церковь, пошли работать, они стали вместе работать, трудиться. И в результате стала создаваться вот такая трезвая община. Люди тысячами приходили и собирались. И он говорил Евангелие в самом простом диалекте. Он применение делал не богословские, рассказывал людям, просто объяснял Евангелие. И люди слушали его, плакали. Он боговдохновенно говорил. И он не допускал там размышлений всяких, а может быть так, а может быть этак. Нет, он говорил, как верил. Вот. И вот эта вера, она детская вера, она передавалась людям слушающим. С 87-го года я попробовал первый раз наркотики и употреблял вот буквально до 2009-го. Ну, были перерывы, была армия, было несколько раз лишение свободы. Я уже и не чаял, 42 года, семьи у меня на то время уже не было, и надежды у меня уже никакой не было. Пришел в православный храм, первый раз в жизни услышал Евангелие. Буквально через месяц я уже понял, что я больше не буду ни употреблять, ни курить, ни пить. Все это ушло.
Я понимал, что это не моими силами все делается. Для меня как-то и непонятно. Я не хочу и не хотел. Вот уже пятый год, когда в обет трезвости, я женился. Все 4 года я хожу сюда, в это общество, и все люди стали для меня родными. Чурикова не отделяла от народа ни священнический сан, ни монашеский постриг, ни знатное происхождение, ни образование, ни материальное благополучие, ни жизненный путь. Он был для народа своим, братом, родным любящим братцем. Данное ему имя «братец» стало символом служения погибающим братьям, среди которых он наименьший. Отсюда проистекала и особая доверительная атмосфера на беседах. Братец Иоанн отличался строгой христианской жизнью, аскетизмом и живым опытом веры и молитвы, всем тем, что народом воспринимается как праведность и святость. По молитвам братца получили исцеление от пьянства и разных болезней, помощь в скорбях и нуждах десятки тысяч человек. В 1904 году Иван Чуриков встречается с отцом Иоанном Кронштадтским, который при посещении трезвенников отозвался о нем так: «Он как святой Прокопий, сам идет по чистому пути Христовой веры и вас тащит из порочной жизни, желая вам наслаждаться его беседами». По благословению митрополита Антония ему были разрешены приемы народа по запискам. Каждый понедельник на протяжении 25 лет к нему выстраивались огромные очереди в сотни и тысячи человек. Свои чаяния к братцу они оставляли в записках, которые он читал, не видя просителей, он духовно прозревал их состояние и нужду и давал ответы. 25 лет я пропил, ничего не помогало, пробовал кодировки, подшивки, но уже понял, что это уже ловить ничего не получается. Пришел сюда в общину, мама умерла весной 10 марта 2010 года. И 2 мая я, перед тем, как чуть с собой не покончил, пришел в общину. И первый же день я почувствовал, что пустота, которая во мне была, она вдруг чем-то наполнилась. Я шел домой, я уже точно не понимал, что там происходит, но я как на крыльях летел. И понял, что пить я совершенно не хочу. Еще раз-два пришел, и все. Через полгода у нас в общине 21 ноября было свадьба, венчание. И меня с женой здесь же в общине встретил. Но она зависимая не была, она просто пришла из-за своего брата. Брат уже 5 лет не пьет по молитвам, дорогого братца. Сыну уже 2 года и 4 месяца. Православное братство трезвенников, братца Ивана Чурикова. Дружная сплоченная община православных христиан, которые в нашем храме собираются регулярно уже больше 10 лет. Регулярно проводят свои собрания воскресные, собирают людей именно по признаку веры в Бога и в согласии с православной церковью, православными канонами. Это люди, которые участвуют в службах, причащаются. Другой вопрос, что из Ивана Чурикова часть его последователей сделали не церковный, не православный культ, а обожествляют его. Тогда как вот православные члены общества этого, они как раз себя соотносят с церковью однозначно, но при этом почитают своего основателя Ивана Чурикова как человека праведной жизни, как святого человека, ни в коей мере не наделяя его чертами божества какого-то. И при нашем храме тоже было общество трезвости. Поэтому, когда к нам пришли вот братцы-трезвенники, я в этом увидел даже такой перст, что восстанавливается традиция, в том числе вот братство трезвости, которое было при этом храме. Братец Иоанн сознавал, что, вступая на путь деятельного служения евангельской истине, будет отвергнут миром, что признательности и благодарности за труды свои не получит, понимания своей ревности не найдет. «Если бы отрубили мне голову, и тогда буду верить, что голова моя прикатится к матери моей, святой церкви. Сколько было отцов, ревнителей Евангелия, которых гнали и побивали, их живые примеры через Писание укрепляют во мне веру и научают держаться отеческому примеру, говорить евангельскую правду и быть воином за церковь». До революции его деятельность вызывала неприязнь миссионеров, усилиями которых он побывал в тюрьме и сумасшедшем доме, а в 20-е годы – репрессии со стороны советской власти. Братец Иоанн разделил мученическую участь исповедников веры. В 1929 году он был арестован, а в 1933-м скончался в одиночной камере Ярославского политизолятора.
Но судьба нашего общества и членов нашего общества очень непростая. Многие пострадали, были в ссылках, в гонениях, в тюрьмах. Мой дед пострадал. В наше время, когда можно спокойно говорить о Боге, говорить о трезвости, открылись архивы, многие вещи мы узнали. И вот приняли решение, что здесь, вот, в Левашово, поставить такой мемориальный знак или памятник всем трезвенникам, пострадавшим в годы гонения. Вернулся ссылок, кто-то не вернулся. Мы здесь молимся, вспоминаем о тех людях, которые пострадали. Благодарим Бога за то, что вот имеем возможность бывать здесь и свободно говорить и веровать в Господа нашего Иисуса Христа. Вот когда я почувствовал, что я встаю по утрам, мне хочется похмелиться, я решил, что с этим делом пора заканчивать. И вот такой счастливый случай, когда мне жена подсунула вот эту статью Владимира Николаевича Глинского, я поехал во дворец культуры первой пятилетки, там собирались трезвенники. Я принял трезвость, с тех пор я активный трезвенник. Традиции, заложенные братцем Иоанном, оказались столь сильны, что основанное им общество трезвости пережило революции, войны, репрессии и продолжает действовать уже 120 лет. Вот для того, чтобы образовать вокруг себя своих поклонников трезвости, нужно самому организатору, ну это уже как хотите, но надо быть трезвым. Если человек сам не трезв, он никогда не сможет искренне проповедовать о трезвости. Он не сможет помочь ни одному человеку. Вот братец был готов пожертвовать. Он жертвовал своей жизнью, своим временем. Наконец, своей жизнью и пожертвовал. Мы приглашаем всех приходить к нам в гости для того, чтобы проникнуться, осознать свою невозможность собственного греховной жизни. И, может быть, Бог кого-то из вас подвигнет делаться трезвенниками. Я уверен, что это так произойдет. Боже милостивый и милосердный, отрезви нас всех. Дай нам жизнь трезвую, чистую, православную. И слово братца Иоанна Чурикова.